В России отмечают Наурыз. Московский дом национальности распахнул свои двери для всех желающих встретить начало года по традиции тюркских и иранских народов. Особенность этого праздника в России – здесь собираются вместе люди разных национальностей, а традиции и обычаи переплетаются самым удивительным образом. Риштанская керамика в казахской юрте, на Дастархане пророщенная пшеница, иранский символ Нового года. Наурыз в Московском доме национальности отмечают вместе представители различных диаспор – казахи, кыргызы, татары и башкиры, таджики, иранцы и турки. Мероприятие рассчитано на то, что сюда придут представители различных народов, с различных культур, для того, чтобы они могли увидеть, обменяться этими культурами. Казахская диаспора у нас очень активно работает в Московском доме национальности. У нас в Московском доме национальности проводятся уроки казахского языка. Хочу передать народу Казахстана самые наилучшие пожелания любви, дружбы, самое главное, мирного неба над головой. Наурыз, Калты, Балсын. Здесь празднуют Наурыз с 2004 года. И всегда это был мультикультурный проект. Во время праздника проводят мастер-классы. Гостей учат танцевать народные танцы, катать войлок, шить национальные игрушки. У казахской экспозиции по традиции гостей угощают бауырсаками. Для нас праздник Наурыз, именно для казахов, проживающих в Москве, это такой самый радостный праздник, где мы можем увидеть все своих друзей, родных и близких, пожелать всем мира и добра. И мы соблюдаем все свои традиции. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы в Москве был бы такой большой-большой дом, где могли бы все-все казахи Москвы собраться. Празднование Наурыза в Москве продолжится. Общегородские масштабные гуляния на площадке ВДНХ пройдут в начале апреля. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24.